Привет. Сегодня 14 февраля. В определенной степени это праздничный день. Для меня это начало календарного отчета моей сушки. По продукции, которую буду использовать, я уже рассказывал. А соответственно, сейчас немножко продемонстрирую актуальную форму, чтобы были точки отсчета, произведу замеры. Ну и в конечном результате мы уже посмотрим, что где ушло, что где добавилось. Немного попозируем, чтобы имели представление о текущей форме. Весь этот жир, хаотично обволакивающий мое тело, должен будет исчезнуть. А касательно питания, последние дни, скажу честно, не отличались особой избирательностью. Были некачественные приемы, не могу сказать, что их было сильно много, но тем не менее, какие-то определенные продукты, которые обычно являются запретными, я употреблял. И это делал сознательно для того, чтобы хоть как-то наполнить организм перед сушкой, потому что сушка будет достаточно жесткой. А для чего? Для чего будем урезать углеводы? По одной простой причине. Данный пептид, фрагмент, он оказывает максимальное воздействие при условии низкоуглеводной диеты. То есть, если мы потребляем углеводы, в нашу кровь выбрасывается инсулин, происходит блокада работы фрагмента. Соответственно, будем употреблять белковую пищу преимущественно, дабы в полной степени ощутить все преимущества работы. Также карнитин подключим от Stark Farm. Здесь жиросжигание. Все, в принципе, стандартно. Проверенный рабочий препарат. Нюансы тренировочного процесса также будем освещать в подобных видео. Кому интересно, следите.